Where you want to get sketched in? Еще один домой. Сестры, я принесла сегодня Нина. Мяту, мелиссу и календарь. Нина, ты сегодня не домой. Что за хрен? Ух, сегодня сколько тут смелых. Берите. Трое смелых. Разбирайте вербочки, может быть, родственникам кому-то отнесли. Еще не вербочки, куда мы их потом? Мята, небеса. Ничего я делать не буду, я сел, все. Начинаете командовать, все. Еще у меня есть несколько памяток о том, как обращаться с золотыми изделиями. О, вот дайте мне, это мне очень важно. Мы с золотом опишем. Нет, я с женой как обращаться, это золото мое. Это мое золотое изделие. Золото, заходи. Золото. За тобой пришли, да? С тобой пришли. Да. Сколько золота в семье? 50 лет килограмм золота. Так. Тетя Рай, ну метр сюда пройди. Да ну пройди ты метр один. Давайте вытащите, чтобы он не перепутал. Бесполезно. Так, батюшка сначала. Может быть, читать сегодня не будем, а то у нас и так нормально время. Рассказывай, Гестава Дорея. Да, на высший иллюстратор. Пускай Игнатий сразу не говорит, да и все. Матери, я думаю, не надо. А то мы сейчас как пойдем. Василиса. Это мое хорошее место, много. Вон рядом с Тарасием. Ну что, по кабачке не помолимся? Наверное? Царю небесный, утеши ты люду чистыми, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди вселися в них, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господь Вседержитель, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови это наше собрание всех верующих Тебя. Помоги, многомилостивый Господи, исполниться всем словам Твоим, который даровал Ты нам, Господи, в священной книге Библии. Помоги, Господи, чтобы чада наши стали искренне верующими в Тебя. Наши родные, близкие, те люди, которым благовествовали мы Слово Твое, среди которых распространяли Слово Твое. Даруй, Господи, чтобы все они уверовали, пришли в разум истины и исповедовали Тебя Господом своим и Творцом, как и мы. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Пока батюшки нет, поговорим о наших насущных делах, о болящих, вспомним, кто нуждается в нашей помощи. Татьяна Кузьминична всем передает поклон. Готовится она, там, сдает анализы для того, чтобы пройти комиссию и пройти консультацию онколога. Пока вроде по результатам исследования метастазов нигде не прослеживается, слава Богу, аллилуйя. Еще кто у нас болящий? Анна Кузьминична,
кто посещал ее на прошедшей неделе, Анна Кузьминична? Татьяна Александровна здесь. Кто еще у нас? Валентина Барышникова здесь. Оля Соклакова? Да. Ну, ниндзя. Я не вижу. Так я не видно, да. Ну, слава Богу, она ушла. Чуть Надя была вчера, сегодня приехала. Еще. Мама из Красноярска передает всем поклон, благодарит за молитвы. Значит, это, я прошу помолиться маме моей, потому что она себя опять начала плохо чувствовать. Ей дали, ну, как, вот эти лекарства, такие большие ампулы, значит, как они называются-то, как химиотерапия, только вот в лекарствах. И пить долго надо. А у ней вот там боли. И, в общем, она придумала, там где-то начиталась, интернет там или кто там, в общем, кто-то помог. Какой-то там гомеопатия, что-то там нужно мазать. И, в общем, она там что-то начала примочки какие-то делать. Короче говоря, я говорю, а ты пьешь лекарства-то? Она говорит, мне эти люди сказали, что только надо одни примочки, а лекарств пить нельзя. Ну, в общем, короче говоря, нашла коса на камень. Ну, это уже начинается самолечение. Да, самолечение. И, ну, поверье ваше, да будет оно вам. Ну, в общем, я ее как-то уговорил, чтобы она пила таблетки. А всех с праздником приветствую. Спасибо, Христос, спасибо, вас тоже с праздником. Закончилась Пятидесятница. Да, это сосна Денис, она как бы не входит в это. Это отдельным уже идет. Вот. На неделе желательно, чтобы кто там свободный и близко к храму, ходили на богослужение в четверг. Особая служба совершается. Служба в честь вечери Господней, как Господь с учениками совершил. Это вечером. А на вечернее? Утром. Утром будет литургия. Вот. Вечером, там где в кафедральном соборе, то бывает такой чин, не знаю, здесь будет или нет, когда омовение ног Господь делал ученикам. А здесь архиерей моет ноги священникам. 12 священников садятся на ней, и он проходит, и каждому моет ноги. Такое совершается. Я, правда, ни разу на таком не был, потому что в кафедральных соборах я служил только так, когда архиерейская служба какая-нибудь, праздник какой, а так не было. Вот. В четверг вечером будет тоже служба особая, будет читаться 12 страстных Евангелий. В четверг вечером. В пятницу литургии нет, там тоже особая служба, будут часы, царские часы. Вот. И далее. В пятницу вечером, в субботу утром будет литургия. Ну и так вот. Кто может, попосещайте, значит, побудьте, помолитесь на субботу. Починиться там пятницу. Да. Вот. Ну а на Пасху вы, как всегда, здесь уже собираетесь. В понедельник утром, в обычное время 8 часов, если жив-здоров буду я, угодно Господу, то у нас будет пасхальное утренно. В понедельник утром. 8 часов. Ну, вот так вот. Если я планирую, что в воскресенье приехать и быть на 5 часов... Да успокойтесь вы. Имейте никакое немножко уважение или что-то. Бог простит меня. Прощает. 5 часов в Покровском соборе в этот, в первый день Пасхи бывает такое, что, значит, Христос у меня там с архиереем. Я ни разу не был, хотел приехать. Возможно, я кого подговорю, братья, и приеду вечером к 5 часам в Покровский собор. Кто может, вечером приходите туда на молитву. Какой день? Какой день? 5 часов вечером. Начинается служба там. 5 часов вечера. Какого числа-то? Да. На Пасху. Пасхальный день. 28 апреля. Ну, так сейчас я еду в болящую Татьяну. Посетите, значит, поисповедать и причастить. Все, ко мне какие вопросы? Батюшка, с 5 будем теперь? Да, после Пасхи, вечернее богослужение, 5 часов. Потому что уже 8 часов, еще светло. Все, переходим. Мы уже потеряли, перешли как 2 недели. Ну, у вас там ближе. Да, у нас там ближе, да. У нас одна пересадка только, у вас есть несколько пересадок.
Ну вот так. Еще какие вопросы ко мне? Быстро, задавайте. Ну, снег растаял. Но не везде. Еще раз. Дорога появилась? Дорога появилась. А да, она никогда, куда девать? Дорога появилась. А кто у нас сегодня? Никто не убирал. Дорога всегда у нас есть. Ну, мы это друг друга поняли с вами. Я не знаю, как ты понял меня. Нет, я всегда говорю, дорога я у нас не, всегда не есть. Я не понял. Да, вы мне тоже дорога всегда есть. Ты если имеешь в виду европейские дороги, то их не было никогда. У нас русские дороги. Русские дороги. И как когда я слышал, пение там поет... То ли Растегаев, или Расторгуев какой-то, что как их дороги там выручали, они там были где-то в Чечне или где-то там, замерзание по дорогам. Наши дороги, это наши, значит... Наше все. Да, то по грязи там проехали, те не могли проехать, они опять успели от боевиков там убежать где-то. Ну, такая песня там. Поехали. Началось с Наполеона это все еще. Да. Даже с Мамая. Поэтому говорят, дороги где? Да какие дороги? Ну, дороги всегда были такие, ну, что, мы не Европа. Наш Алтайский край больше некоторых европейских стран. По территории. Ну это же один Алтайский край. Батюшка, ну все, я понял, вы защитили ваши дороги. Но есть какие-то, я списал как-то, значит, где какое население? В Алтайском крае 12 целых и сколько-то сотых, не знаю, что это на один квадратный километр жителей. А в Красноярском крае 1,7 человека на один квадратный километр жителей. Представьте. Ну да. Самая большая населенность Кемеровская область. Там что-то 22 это человека на квадратный километр приходится. Понимаете? Поэтому мы Россия всегда. И помните, что Россия мы. У нас русские дороги. Все у нас русское. Да. Вот так вот. Так, еще какие вопросы? Воскресенье на Пасху, когда ночью будет и ехать. Ну, как всегда, ночью всегда. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. А когда начнем? Уже. Во сколько начнем? Что? Деяние читать. Деяние 8 часов начинается. Ну, 8 часов. Начинайте 8 часов деяния читать. Посчитай, там уже подойдет 12 часов. 8 часов надо начинать. Ну, все тогда благословляйте, я поехал. Богу Господи, помоги вам, Господи. Ну еще, Валерия что-то не вижу я. Да, Валерия, никто не знает, вчера, кто. Не было. Валерия, вы вчера были, сегодня нет. Кто с ними не знает. Дядя Коля работает. Работает? Да. Но она видит плохо, может, понятно. Так, еще можно? Да. Еще, сестры, так я это, хотел попросить молитв ваших. Ну, сделали мне обследование первичное, федеральное. И постановили, что да, колено левое, все у меня выработано. И, в общем, можно делать протезирование. Протезирование, да. Протезирование там двух видов есть. Ну, там зависит, наверное, от того, какие у тебя там остатки остались. Но одно, значит, заменяет хрящ, это сверху тонкий такой полоска металла делается. Угу. Там с полимерами что-то. А второе, это когда убирается бабушка и там новая она. То есть, ну, это уже мощнее операция. Не знаю, что там у меня, ничего не сказали. Я начинаю собирать анализы с понедельника. Кровь там и, в общем, везде по полной программе. Будут делать и сказали, год, от года до полутора лет стоять в очереди. Да. И квота будет взять бесплатно. Ну, по моим анализам подадут заявку на меня в федеральную службу медицинскую. И эта служба мне выделит квоту именно под меня, для моей операции. Вот так вот. Помоги, Господи. Спасибо, Христос. Еще кто, кого мы не вспомнили, болящих наших, кто нуждается в нашей помощи? Загуляю детишки. Я тоже могу сказать. Ну, потому что благодарю, да, конечно. Заболели. Что-то горло затемпературило, Агнюша. Угу. Помоги, Господи. Спасибо. Николай на работу вызвали. Так что, младенец Мирон у нас как? Он болеет. Аня пошла к нему, он болеет, и Николай тоже болеет. Что-то рвота у него. В общем, температура высокая.
Ну, по температуре бывает это. Еще Валентина, да. Всех благодарю за молитвы. Наконец-то мы оформили наследство. И теперь прошу... Аллилуйя. Аллилуйя. Да, слава Богу. Теперь прошу молитву. Надумали продавать это дом, потому что не в состоянии уже за ним ухаживать. Купить другой, подороже, покрепче, нет, как получится, покрепче дом, вот, помолитесь, чтобы все у нас опять получилось. Короче, была избушка ледяная, а теперь хотите глубинную, да? Да, конечно, и поближе, да? Понятно. Может, поближе получится, ну, в общем, так решили. Помоги, Господи. Еще у кого есть слово? Просьба, пожелание, благодарение. Игнат Тихонович, вам слово. А слово передам другому. У нас гость сегодня из Москвы. Я первый раз встречаю, чтобы специально командировку, или как назвать, прилететь для одного интервью только. За этим что до конца, я еще не знаю. Но вот, чтобы не смущались, и пришлось все это смотреть, на нас очень много нападок. Вы просто не знаете, и хорошо, что не знаете. Вот против меня составлены фильмов, это ролики большие, ну, примерно 225. То есть, если все вместе взять, вот, которые есть, ну, самых больших людей, там, Путина, Патриарха, так десятой доли даже не набирается. Пришлось заблокировать уже больше 9 тысяч человек. Поток, шквал ненависти. И вот человек приехал, и мы не знаем, кем он окажется нам, другом, или братом, или врагом, но... Мы молимся об этом, что приедет он. И он все записывает. Вчера в студии были, все записал. Ну, вчера вопросы какие были у него готовы, что ему задавали люди в интернете, он эти вопросы озвучил. Но ответ полностью я ни на один не мог дать, потому что он переходит на другой, у него время ограничено. Вот тут немного сегодня успел я сказать. То есть я половину не скажу, вопрос другой. Ну, ясно дело. Надо остаться еще. Он сегодня улетает уже в Москву. Вчера прилетел и сегодня улетает. Понятно. Вот я его спрашиваю, так часто ли бывает, чтобы для одного интервью и где-то у вас в жизни было так? Да. Отец Владимир. Ну это рядом, считай. Что считать? Это в Сибирь, в глубинку. Да еще Омск. Надумал потеряю куда туда дороги-то, я не знаю. Нет, теперь уже все, в другой раз. Ну вот, новость. И как всегда мы даем приезжим, кто бы он ни был, сказать слово. Пожалуйста. Алексей Викторович Шахматов. Друзья, спасибо, что вы приняли меня здесь, потому что для меня, как для журналиста, это очень интересно. Приехал я сюда в первую очередь, потому что священник, бывший священник Владимир Головин, которого я очень люблю, он говорил об Игнатии Тихоновиче как о прекрасном миссионере. Богослов Андрей Кураев, к которому я тоже отношусь с большим уважением, назвал Игнатия Тихоновича лучшим из живущих ныне миссионеров православных. Все непросто в этой жизни. Я сам стою сейчас на дороге к Богу. Мой канал называется «Правда о вере». Но назвать себя православным я пока не могу. Я понимаю умом нужность веры. Я понимаю это умом. Опытного общения с Богом у меня не было. Божественного переживания у меня нет. Но я очень хочу, чтобы это произошло. И я уверен, что России... как православной стране, очень нужна вера. Потому что это то, что в душе каждого человека обеспечивает его суверенность. А из этих душ состоит государство. И если веры не будет, то нас даже не надо будет завоевывать. Мы просто развалимся. Здесь у нас были... споры с Игнатием Тихоновичем, в его жесткой, стойкой и непоколебимой позиции истинного православного.
Я его призывал к компромиссам со светским обществом. Он отказывался. Но, в общем, вы увидите потом, что из этого получилось. Но очень многие по-разному относятся к Игнатию Лапкину. Кто-то называет его святым, кто-то называет его иначе. Моя задача не любить или ненавидеть как журналиста. Моя задача почувствовать в нем то, что я почувствовал. Об этом я скажу попозже и не здесь. И дать людям информацию, чтобы они сделали свои выводы. Эта информация должна быть правдивой. И толковать ее никак я не собираюсь. Поэтому я пришел сюда для того, чтобы высказать и вам уважение, поскольку очень трудно в этом мире быть иным. А, к сожалению, то православие, которое вы проповедуете, это иная жизнь, которая противостоит очень бурному и сильному потоку. И в этом потоке не утонуть очень трудно. Поэтому, когда я буду считать себя вправе молиться, я помолюсь за вас. Спасибо вам большое. Спасибо, Христос. Ну, вот это первое, что тут заняты, чем были. Отзывы вчерашние, которые уже выставили, Сергей записывал, я записывал, вы записывали ваши там, что она есть. Мне непонятно, зачем была нужна студия, когда мы намного легче и проще могли здесь сделать во дворе у нас. Я не ожидал этого. Ну, видимо, нужны софиты, освещение, там, вот, фон какой-то. Ну, хорошо все у них там есть, но я никогда туда не пошел и не пойду. И думаю, что это не даром, чтобы они незнакомому человеку все это помещение предоставляли и все остальное. То есть это то, что мне непонятно, и даже если разъяснят, я все равно не пойду на это. Поэтому мы записывали важные беседы, где только с кем может, тайно и явно. Прошлого года было так, выпустили серию брошюрок, небольших книжечки. Вот это страниц 260. Все религии мира, отдельно православие, отдельно баптизм, католицизм. Хорошие, их много было везде, особенно почему-то они были приемных у больниц везде. Я кое-что достал, а кое-что нашел там. И на обмен у них взял недостающие мне. Самая лучшая брошюра из всех, а их, кажется, 14 было. Там ненониты, вот такое. Адвентисты седьмого дня. Надюша. Самое хорошее, больше всего понравилось, баптизм. Митрохин Лев Николаевич. Я поехал в Москву, и вот точно так же, как журналист. Поехал, раз заинтересовало. Попутно решил мне драматург, старейший драматург Розов, тоже понравился. Я тут же с ним встретился. Льва Шанина нашел и в литературном институте свои стихи читал. Ну и вот здесь, когда пришел с каким-то товарищем, с профессором, как сейчас помню, около памятника Маяковскому. Ну, видишь, как он рядом, ему надо хорошо записать. Ну так что потерпи. Ну я тоже, у меня в сумке все детально записывают. И охота, он сидит нормально, рассказывает, как вы могли дойти до такой истины. Мы эту брошюру, не брошюру, а книжечку «Баптизм» закупали везде, где можно было, и дарили людям. Как обратиться к человеку, ну все написано, как с баптистского журнала. Я спросил, Лев Николаевич, а как вы могли до этого дойти? Может, у вас родные? Да нет, я простой костромской мужик и просто читал литературу. Я даже подчеркиваю, там нечего было, все как божественное написано. А меня тянут хорошие записи. Я говорю, а вы не против, если я достану магнитофон? Ему хватило этого, чтобы сказать, встреча закончена. И все, у меня не то, что хорошее, а дальше никакой не было. Так оторванное, неопубликованное осталось. Иногда надо довольствоваться тем, что есть. Вот я сунулся один раз и, ладно, думаю, лишь бы слова были понятные. Вот здесь мы не переписывались, кто там вывел на вас, на меня, или сами зашли, для того, что прочитали у отца Владимира Головина. Это его оценка, он собирался сюда ехать, и меня есть чему поучить, и я ученик Игнатия. Ну, такие слова сказать священнику, это вообще, я не знаю, какой вариант вы слушали. Он мне лично о вас говорит. А? Он лично мне о вас говорит. Ну вот,
И он собирался приехать в этом году, но так как нет, а тот прошлый 18-й. Ну а теперь, говорит, только в этом году. И всех интересует мое отношение к нему. Сейчас, в данный момент, священник он не священник. Что ему делать? Он идет, Фруся, как будто мы с ним беседовали. Я специально нигде не выстаю, нигде никаких рекомендаций не даю. То есть совершенно сторонний человек. Но наедине где-то там, ну, в интернете, все-таки говорю. Ему не надо ничего, ни ходатаев, чтобы ходили там, подписи собирали или что-то. Ничего не надо. Это та ступень, на которую его возводит Господь по любви своей. Вы же сами говорят, а не вы, говорили. У него рукоположение было до 30 лет. А согласно канонического правила, 14-15 правила 6-го Вселенского собора, он должен быть извержен. Патриарх Кирилл даже в епископы раньше 30 лет упал, он ничего говорит. И поэтому его никто не трогал. И поэтому он любимый остался, и пусть идет на благовестие. У него ноги хорошие, ходит хорошо, иначе профессиональная болезнь, разрыв вен будет от священника. На нем месте стоят. Прямое повеление Божие, идите по всему миру, выйди из Болгарии, дойди до Болгарии. Там начинают проповедовать. Встретитесь, когда скажите, мы об этом молимся. Это его новая ступень, и на ней надо ему закрепиться. Повторяю, католики за 2000 лет ни с одного не снимали сана. А здесь с снятием сана, и сына попутно, и романаха Анастасия туда подцепили, тоже лишили сана. Но это явно дело, заказ где-то далеко-далеко идет. И он должен был утверждать, и он утвердил законы извержения. А вы считаете как? Я считаю, совершенно незаконно, юристы работают. Ну и какие ему обвинения, дальше показывают, ничего этого нет. Но он не должен ни скорбеть, ничего печалиться, а только радоваться и благодарить Бога. И котомку пусть ему Ирина шьет, и вперед. И нигде не останавливается. А дальше будет видно. Все доброе семя всегда. Пожнешь, что посеял тогда. День жатвы придет, не замедлит. Пожнешь, что посеял тогда. А рядом он страшное поле, не враг ли посеял там зло. Колючей, опасной травой, так густо оно заросло. Вот так поется. И о нем молиться надо, потому что это новое для него поприще. Не сидя в храме на фоне иконостаса говорить. А там, где чем больше твое звание будет, тем больше позора. Никогда не было такого поношения у церкви. Об этом Андрей Кураев специально, ну, говорят, из ваших материалов берет. Ну, дай Бог. Ни одного мирянина за 1000 лет в православии не канонизировали. Как так? Он говорит, а почему не канонизировать службу какой-то служака на таможне, что был, взятки не брал? А почему не канонизировать? Почему не канонизировать сторожа, который не воровал, а делал все как положено, как дамаскин? И еще домой не притащил. А только мирянин тогда, когда он, если князь, ну, не монах, тогда да. И если он казнен, мученик, тогда канонизирует. А так, чтобы просто жил, как монах, что он сделал, Тараси, это сказать, как его, пустыня-то был, Герасим. Приручил льва. Да наш Сергей-то Пупков, сколько каких собак львов приручил-то, не святой пока. А это так, заноза у него была, он притащил лапу, он вытащил занозу и стал у него работать. Воду там возил или где-то. Ну он умер, и лев поднялся на задние лапы, как ударился от земли, и умер, сдох. То есть одного ученика и того от самоубийства не спас. И монастыря того нету, там один какой-то был. А Герасим Петрович Павский, переведший псалтырь на русский язык. Евангелие от Матфея, не знаю, какие другие книги, его даже никто не знает. Через что тысячи людей к Богу приблизились. Теперь конкретно. Почему у вас, говорят так, вот когда побыли у Андрея Ткачева, для вас неожиданно был такой прирост. Всех, а вы не скрывали и говорили. Для меня, как там, для блогера, для журналиста, это больше людей знает. Это все понятно. Но почему вы решили здесь, говорит, руки погреть сегодня там, именно среди верующих быть? Вы какое отношение к ним имеете? Вам не надо обижаться, это действительно так. Но, однако, у вас поезд какой-то идет. И самое плохое я высказал, что они подтолкнули к священнику и сразу причастили. Это вообще никакими даже. После крещения, если человек что-то делал, везде существует определенный пятимер. То есть подвигли к смерти.
Иоанн Златоуст говорит. Если священник не накладывает эпитимию, Иоанн Златоуст, это не Игнатий говорит. Он губит того, кого причащает, там Андрей или кто был, и гибнет сам. И то расчет будет очень страшный. Об этом Серафим говорит. Три дня, три ночи молился об архиереях русских, и Бог ответил, не пощажу и не помилую. Вот теперь соберутся архиереи и скажут, а кого они пощадят? Все пощаженные. А теперь показывают, как они князьями этими сделались. Почему много, которые люди к вам приходят. Вот сегодня пришли, и один, ну, Лапкина там, ну, этого считают, некоторые считают, потеряли. Там деньги давали или что-то, а он соблазнился каким-то еретиком, да все православным, да и прочее. И один говорит, вы его не знаете, Лапкин там? Ну, в первую очередь, начальник детского лагеря. С чем сяду? С детьми. Значит, и допил. И за это я отбывал. За это. Хоть я узнал. Ну, это у него. Но если я ваш друг, или вы ненавидите ложь, не любите ложь, потому что ложь от сатаны, вы, конечно, сразу должны выбросить это. Никто не выбрасывает. Почему? Этот ваш дом к вам забросили дохлое, и лазницы нет, перешагнем. Не пойдет так. Если о вас будет неверная информация, больше минуты на моих ресурсах не задержится. Не посмотрю никто, кто бы он ни был. Сразу я его как-то забаню. И вот здесь... Вы знаете, с кем связались? Это к вам уже. Этот человек на меня, вертухай, 18 лет работал, это надзиратель в тюрьме. Ну, в первую очередь, раз я осужден, ну, то как я могу быть вертухаем? Это охранник, свобода, они не понимают. И как я издевался, я стукач, сколько их людей там предал, ну, все, что есть. Ну, такие, как Синицкий, вот это все собирает. Мне это бальзам на душу. Велика, говорит, ваша награда на небесах. А почему он приехал? Он какое отношение имеет? Он сам еще не определился. Но везде уже у него икону увидели Николая Чудотворца. Ой, ура, ах! Это сегодняшнее, которое называется православным, там 100 миллионов. А ну-ка, коснись сюда, как у нас. Еще с него будет. У нас на территории с табаком даже нельзя заходить. Не то, что там курить или... На территории деревни курить запрещается. А далее-то, какая исповедь отдельно? Считаются каноны, ну как Бог примет, да, но правило ни одно нигде не может показать, что подыскивали священники, собирались. Не нашли ни одного правила, а три выдвинули. Я их все сразу разбил там, с евреями, что мы знаемся, в бане, в больнице и прочее. Хотя мне операцию делал именно еврей, Шойхет Яков Нахманович. И вот почему хвалят вас. Первое послание Иоанна 4.5. Эти люди, которые клиенты ваши, там набираются число, много, это все труха, прах, вихрем ветры. Написано, они от мира, потому и говорят по-мирски. И мир слушает их, без ответ. Они нашли человека, который такой, они сейчас вокруг него эту свистопляску устраивают. Ой, столько-то посещили. Но это ну, не то, что оно, 10, через год уже никого не будет. Да нет. У нас роман был, как они, уже силы подтягиваем кончено. Самое главное у нас то-то, серебрихи подходят. Его как подобрала полиция, увезла, все, сдохло, нигде никого нету. То есть они одни те же, Дэн, Чел, Ил там подписывались. Ну нет ничего, нету. Человек живет без гражданства, не хочет регистрироваться ну, самовластью. Желает зла родине, то чего будет держать. Далее, к Титу 2.12. Павел говорит, отвергши несчастье и мирские похоти, это вам наказ. Подумайте, что такое мирские? Непонятно где-то? Со ссылочками можно найти. Далее, 2 Петра 2.2. И многие последуют их разврату. Разврат это дружба с миром. Любишь мир? Ну, так же побрейся там или еще что-то, оставь для виду. У Гитлера под соплями только было. Мало ли еще там, у Сталина усы, у мусульмане усы сбривают. Ну, каждый по-своему. Это творение Божие храм. И храму, которого строитель и художник Бог, никто не имеет права что-то добавлять. Определенно. А так, так вот, вы храм Бога живого не знаете ли? Что общего между миром и вами? Велиаром и Христом. Дальше. У тьмы со светом. И Павел перечисляет. Вы должны на это взглянуть так, что если вы перемените ну, жизнь свою и... Бог дарует вам духовное рождение. Два пункта только нужно, чтобы в раю быть. Духовное рождение слышит. Третья глава Иоанна. Зубрите наизусть. Священник ее обходит. Учитель Израиля пришел ночью. Христу слова говорит приятные. Господи, если с ним Бога не будет, то не может так делать, как ты делаешь. Как? Ну, Христос бы сказал, да, так. Он говорит, нет, надо бы на тебе родиться свыше. Он на чудесах потянулся.
кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие, даже по мытарствам не пройдет. Так я ничего не делал, я веру сохранил, есть такой, зарыл талант, пришел, вот тебе твое. Ты жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. Господь говорит, по рукам и ногам свяжите этого православного, выкиньте его во тьму внешнюю. Ты не шел, это передать отцу Владимиру, не сидеть на месте за каждый день. Они так и будут лютовать. Они ему сплели большой венок. Как Златоуст говорит, только похвалы в этом, что венок опустился до плеч, а головы не задел, остался неувенчанным. Через них путь истины будет в поношении. 2 Тимофея 4.3. И будут время будет, когда здравое учение принимать не будут. Время это к этому относится. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху их. Смотрите, вчера как раз об этом сказали. Вот это лесть, что сейчас вам говорят, и люди это видят. Это не мои, я утром прочитал только. То есть кто-то ощущает это. Ваша душа еще более, большей опасности стала. Столько говорят, да, Леша, ты поехал, да мы тут, да. А это люди мирские. Это все труха и пыль в их ревета, солома. Ничего там нету. Исайя 10, 30 и 10. То есть вы разделяете людей? Это и Господь разделяет. Ну, мы просто даже увидеть, к кому относится. Мир, сейчас я о мире говорю. О мире. Надо понять, что этот мир, это за пределами, которые выходим, и что они любят. Пить, курить, гулять, анекдоты рассказывать, блудить, курить. Ну, все, что-то мир делает. Ну, солома, пыль. Дальше. Иеремия 29.8. А Исайя 30.10 говорит, говорите ли нам мстивые слова. Прямо напрашивается на это. Ну, что стоит скинуть? Да, ты их не найдешь, это. И дальше. Будут рассказывать сны. Лживые при том, выдуманные это, и где окажутся. Иеремия 5 глава 31 стих, что в этом участвуют священники. Им это нравится, и заблудит весь народ. Священники, речь о священниках уже идет. Иоанн 15, 19, Христос говорит, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Почему у вас столько врагов? Вот это лучшее доказательство того, что мы... Я привожу слова Оскара Уайльда, философ английского, неоднократно. Гомосексуалист, кстати. Но нас это не касается, слова берем. Я попутно еще тогда одно предложение скажу к этому. И он говорит, я вас просчитал столько лжи, что теперь немало не сомневаюсь, вы хороший человек. На зло мир не будет говорить. Нет, это их человек, так и будет. И при том это не доказано, в чем обвиняет его. А кто же сказал такое? Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их поняли. Этот человек не просто как-то. Это авторитет для Адольфа Гитлера, Ницше. А слова правильно сказал. Самая для меня неприемлемая личность – это Владимир Ульянов. Но он сказал правильно, я его фразой пользуюсь. Наша радость от трудовых успехов. И мне очень нравится. Я не буддист, но слова Конфуция привожу на память. Мартин Лютер – протестант. Но он сказал такие слова, которых я не нашел ни у одного православного. Он говорит, в мире есть одна книга – Библия. И одна личность – Христос. Все. В этом все. Дальше. Родился свыше. Вадимы должны быть Духом Божиим. Римлянам 8.9. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Вот это главное, о чем Серафим Саровский заботился. Стяжание Духа Святого. Сегодня вообще об этом нет. Кто бы что ни сказал, уже голос свой там подают. Патриарх встретился с папой. Ну, встретился, ну, благословился, ну, поцеловался. Что дольше дальше-то сделал-то? Весь эфир гудит. Что он там сделал? Предал веру. Где предал? Когда все уже предано. Он ничего не предал. Такие же бритые попы, даже не крестят. Все по-католически уже делается-то. Ну, маленько успокоились. Я сказал там этому Ткачеву, как бы, передал. Мы должны главную задачу выполнить. Спасти душу свою. Через то, что впереди сказано. А Ткачева пишут в комментариях, тоже хвалят его и так далее. Вот что мне отцу Андрею передать? Отцу Андрею передать? Я бы передал так. Отец Андрей, соловей хорошо поет где-то, но надо смотреть, где, перед тем, как ваше гнездо начинается, что там делает, какая свалка. А соловей-то за 100 метров от начала леса, гнездо его. Я слышал, он поет, он бывший полковник. Говорит быстро, я сравнил, как просто из продырявленного мешка сыпется. И вот начинает договаривать, то там Маяковский, у какая там любовница была, где... Он все знает, как будто никакой Библии нету вообще.
А дальше видно, он говорит там людям-то. А дальше там видно, торговля идет, люди туда-сюда. То есть он не видит, что там рядом. Да, говорит правильно. Привезли тут мощи Матроны, пособирались, тут все стоите. А сегодня праздник воскресенья, Христов не пришли. А, Илья день, Илья. Собрались. Придет Илья, он подвинчивает вам головы. Я дословно перевожу его. Воспроизвожу. Ему передать это, если будет встреча, сказать. Отец Андрей, остановитесь. Вот этот толчок, который получил от Новопашина и других, он заставляет задуматься. Повторяю, что на меня обвинение... Может, даже в сотню раз больше, чем просто стих. Но они меня не могут взять. Почему? Один человек, ныне доктор богословия, сказал, Лапкина не взять. Его спасает его безупречность. Слова говорят о чем-то? Что на мне одето? Это все люди видят. А теперь сидят, говорит, архиерей-то. А щеки, говорит, на коленях лежат. Златоуст, говорит, говоришь, не пей вино, а тебя с красными губами с гулянки ведут. Но люди видят. Андрей Кураев говорит, церковь была гонимая. Мы знаем историю. Но чтобы так презираемая была, этого не было. Как сегодня они не извели. Сегодня самый низкий рейтинг у православной церкви. Это сегодня. Там давят, там пьяные, там дерутся, там еще, и все это показано, снято. Интернет виноват. И далее. Иоанна 17:14. Я передал им Слово Твое. Он передал нам Слово Свое, Христос Евангелие. Реакция мира. И мир возненавидел их. Я передал Слово. Вот откуда вся эта ненависть и отзывы такие. Вертуха и тому прочее. И мир возненавидел их, потому что они не от мира сего. Но я избрал их. Иоанна 7:7. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит. Потому что я свидетельствую об этом мире, что дела его злы. И Андрей Кураев говорит, к Игнатию было бы отношение совсем другое, если бы он не трогал попов. А я не могу не трогать. Иезекииля 3:18 меня останавливает. Если ты видел согрешающего и не сказал, не обличил, Бог говорит, он погибнет. Но его кровь я взыщу с твоей головы. А далее говорит, если ты обличал, а он не принял, кровь его на его голове, а ты спас свою душу. Это не так, что ну как будет, так и ладно. Сегодня одним словом пишется. Всех люблю, никого не осуждаю, без пробелов. Батюшки-любисты. И далее. Пророк Михей говорит, 2:11. Если бы проповедовал человек о вине и водке, секере, то он был бы любим народом. Вот ответ-то, где надо искать. Мне очень нравится стих Иакова 2:18. Далеко у тебя Библия? Прочитай, возьми. Дай ему. Слушайте внимательно, потому что обвинение много в этот адрес, а все написано. И они не могут никак, и взяли, отвергли полностью, выкинули эту книгу. Кому дать? Иакова 2:18. Я могу прочитать, но запомните, мы взяли в руки Библию. И написано, все Писание Бога духновенно, и писали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Я не могу ни одно стихотворение, сегодня смотрю, как первый раз их вижу. 3467 стихотворений у меня написано, и ни одной нигде поправки нету. Так не бывает, это все знают. А как? Не знаю, под локоток, видимо, Господь все-таки сподобил толчок получить. Читать? Да, 2:18. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру мою из дел моих. Вот всем оппонентам вот это скажу. Пусть они покажут. Они ничего не могут показать. Они могут только бегать вокруг моей колокольни. Ну как принято у животных. Мочиться, плевать и больше ничего. Но они остаются там же. А мы все время новое. Они нас находят на новом месте. Мы опять делаем что-то. Ну и главное сокровище наше, конечно, это книги. Кому это непонятно? И далее... Сирахов говорит, чтобы нам не согрешать, я вам оставляю слово. 28:6. Помни последнее твое, последний день, и вовек не согрешишь. Помни о смерти, и тогда не надо ничего это делать, что мы делали. Если весь мир приобретешь, и в один день там миллионы тебе эти лайки называют. Лайк, то это же слово-то лайк, просто собачий какой-то. И какой выкуп дашь за душу свою? Какой? Я явно, что умер. Какой Сталин был?
У меня есть такое стихотворение. Умолк хвалебный гимн и надписи на рельсах. На каждой рельсе 5 раз был написан завод имени Сталина. И рельсы те сменили, их нет. На каждой рельсе все ушло. Смерть подведет итог. А Слово Божие, которое здесь есть, оно останется. В каждой книге у меня 3000 ссылок на Священное Писание. Не просто ссылки, а места Писания выписаны. Ну, а теперь умножь еще на 30, и все получится. Самое важное для меня было слово, сказанное Христом, 12 глава Евангелия Иоанна, 48 стих. Я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить в последний день. Я хочу, чтобы вы его запомнили, и где будут какие-то похвалы, что-то как-то сказать. Все рассыпется, я предстану пред Богом, и Слово Его будет судить. Ежедневно нужно обращаться к этому мандату и смотреть, как люди дошли, которые шли этим путем. Я иду этим и каждый день смиряюсь ли по Слову Божию. У нас книги называются «Во свете Библии». Все ресурсы в интернете. «Во свете Библии». Если меня вызовут на суд, как отца Владимира Валентиновича Головина, то я скажу, судите вас во свете Библии, как в книге написано, а не то, что вы придумаете. Попутно хочу сказать, когда меня обвиняют, что не признаю мощи, ложь, я забочусь о мощах. А как? Господь сказал еще в раю, прах ты и в прах возвратишься. Этого никто не отменял. И это сказано навеки, в прах возвратишься. Наступил Новый Завет. Стефана побили камнями, мы читаем, 8 глава, Деяния апостолов. И взяли у мужей благоговейное и похоронили их. Не резали на части, этого нигде не было. В Библии сказано самым простым языком. А когда люди начинают искать чудеса где-то сбоку, что получается? Мироточат иконы, как с ума посходили. 30, кажется, тысяч уже насчитали, это в одном Иваново. Ну там, Амбросия, Юраса. Ну и патриархия назначила комиссию, очень важную комиссию. Архимандрит Ян Экономцев и сопредседатель Павел Флоренский. Ну, видимо, внук того Павла Флоренского. Директор академии, или ректор академии геолого-разведочной, кажется. Там и химики, и кого только не было. И они долго исследовали все иконы на анализы. И, наконец, пришли к выводу. Общий вывод такой. Народ наш тупой. Я прочитал, когда я отупел. Это как же так можно любить свой народ? Ни один баптист, ни один адвентист седьмого дня не скажет. Вот адвентисты седьмого дня. Но вы только что сказали, что это пыль и мусор. Еще раз говорю, сейчас соединиться вместе где-то. И вот ходили там наши, смотрели, бабушки сидят. У них у всех Библии. Он говорит, 13 глава. Вот так вот, страницы залистали. Она у нас 13 главу будет искать дома, не найдет. Почему они занимаются? Он только не сказал, таким тупым сделали народ мы. Если люди эти переходят туда, там они будут делать. Здесь он не молился. Но в Афганистане ему прямо показали, принимаешь ислам или нет. Двое не принимают, сразу голову отрезали. Ты? Принимаю. Теперь исполняй все. И теперь он уже женатый, приезжает домой сюда, показано. Сидит, в рот свинина не берет. Вино подают, я не пью. Новое имя Мухмад ему. И теперь он берет свой дастархан. По часам нужно идти совершать намаз. У нас священник этого не будет делать. Почему? Научили, они учат. И учат очень хорошо. Это в интернете показано. Он приехал с женой, она сидит, не понимает. А отец встречает, наконец-то Гоша вернулся. А он другой совсем. Да ты не пьешь, да ты мертвец. Бог рассудит. Они работают, а как Бог примет, это видно будет. Если мы заботимся о своей душе и помним последний день, а он может быть внезапный, притом очень внезапный, как Валант учил, Берлиоза говорит, смертный, да, но однако так. И у святых было так. Всего стол. Внезапно смертная. Внезапно. Притом, ну это мы знаем, внезапно как. Премьер-министр Польши летел со всей свитой министерством. Бах, и нигде никого нету. А сколько таких было? Конев Иван Степанович полетел в Югославию. Маршал Советского Союза. Бах, и нету. Нет. Туман, гора. Все. А те, которые в Донбассе там сбили это самолет, ну, это понятное дело. Нужно приготовиться, и каждый день, говорит, и мы читаем вечером, все мне гроб предстоит, все мне смерть предлежит. Это вечерняя молитва, ежедневно. Ложимся спать, как в гроб легли. Почему говорится, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Друг наш Лазарь уснул, сном назвал смерть.
И мы каждый день, ложась в постель, должны понимать, а можем ли встать. И какой выплат даже за душу свою. За гробом покаяния нет. Еще одно свидетельство Златоуста. Нет покаяния. И поэтому все это навести надо сегодня. Не смотреть, сколько у тебя друзей там, где... Вот этот ролик взорвал интернет. 3,8 миллиона. Ну что может взорвать? Идут две женщины по асфальту, голые абсолютно, и они этот интернет взрывают. То ли горошницы наелись, то ли что, не знаю. Взорвали интернет. Бабка берет, поучит, как чистить сковороду. 4,5 миллиона посещений. Я вполне понимаю Владимира Вольфовича, когда говорит, надо же в Санкт-Петербурге за Ксению, называет своим именем ее там, на вторую букву алфавита, и за нее проголосовал больше за меня, а я создал там партию, то другое. Но у нас программа, что у нее есть, она бы я то сделала, то, и здесь вот насчет Нотр-Дама выступила, ее иначе нельзя понимать, как совершенно человек не знает. Но люди избирают их по своим прихотям, будут избирать себе, вот она где. Это я немного коснулся, почему мир их слушает, не надо этим обольщаться. Вы скажите правду, как есть выражение, ничего кроме правды, единственно правду, и тогда делятся люди. Вот считаем мы, 20, кажется, у Исаии написано, если слова их не от Бога, то нет там света, света нет, а если нет света, мне нравится выражение Кирилла Иерусалимского. И ее сказать сегодня ни один священник не произнесет. Он вышел к народу и говорит, не верьте мне, если слова мои не сходятся с Библией. Здесь два варианта. Надо людей научить, чтобы Библию знали. А во-вторых, самому сказать именно так, чтобы не противоречить. А для этого надо учиться. А в семинарии, а зачем тогда в семинарии? Мой ответ, для того, чтобы умели оправдать любое беззаконие, любое заразное течение, которое возник, они все оправдывают. Доказали, бороду не трогать. А бакенбарды к бороде относятся или нет? А почему про усы не сказано? Он каждую волосинку пересчитывает, чтобы только не сделать то, что Бог повелевает. Но если бы знал, что матершиннику язык в этот день шилом приколет на 3 часа, наверное, бы все заглохло сразу. Я не призываю ни к чему, просто говорю, если мы пошли, вот этот путь, который мы здесь, вот образовать так, чтобы были люди после собрания, этого нету. И... А могут сделать? Нет. Надписи вот такие создать. Им никогда не создать. Почему? Зачем икона? А у нас между иконами, вы еще по другим комнатам пройдите, все снимите. Мы тоже опасались. А как посмотрит Евтихий, епископ? И только один епископ, тогда он был еще, который сегодня Сергий. Когда он пришел, и там 16:5 Иеремия, он так посмотрел. Господь оставил, говорит, ты оставил меня, и я покину тебя. Точка. Я устал миловать. Бог устал миловать. А он подошел и говорит, а где это написано-то? А там солнечные лучи или что попадало и выгорело. Ну я Андрюша сказал, Устинова там, ну не смогли, я достал кое-как, криво так написал где. Единственный, который из тех, а у нас не один епископ там был. Как? Вот так. А теперь, которые на нас говорят, что батюшка безблагодатный, там то другое, вы тоже хотите знать как-то. Ну что доказывать-то? Мы нигде ничем не погрешили. Под судом не состояли. Батюшка не рожал он. А у него безблагодатная литургия. Служит архиерей 3 февраля. Вот оно рядом было. Батюшке 40 лет, как в священном сане. А расположен или нет? Ну, он откуда-то из поездки приехал и что-то забыл. И во время службы он выходит перед народом, снимает с себя крест с украшениями, как награду на батюшку. Я такого никогда не видал. Архиерей, митрополит снимает крест. Да кого, еретика? Раскольника, сектанты награждают-то. Ну что-то непонятно-то. То есть люди с ума сходят, за свои слова не отвечают. А он сказал и понравилось. О, он против, и я против. Но вы оба солгали. А раз вот умножение греха во множестве, ответственность, вот один или в содружестве преступления делали. Если несколько человек, статья выше берется. Вы могли друг друга удержать, предупредить. Мы немножко сегодня поговорили об этом. Что главное, вот вы можете здесь увидеть, все до одного у нас крещенные в полное погружение. Такую общину православных найти, может быть, где-то и можно, но не знаю. Притом сознательно. Сознательно. Дальше, катехизация. Ухватили за то, что я сказал. В университете у нас уходило на подготовку 500 часов. Ну а было с кем так? Кажется, человека два. Потому что они во время, когда подготовка шла оглашенная, они споткнулись. Остальные, если знали, несколько месяцев. Но
показывают. Архиерей сказал, две проповеди хотят, скажите, вновь приходящим. А проповедь сколько? 20 минут. Священники почти как один забунтовали все. Как две? Зачем две? Люди ничего не знают, и вы делаете доступными их для любой секты. А, ничего не понятно? Парализован один лежит, здесь я встретился и говорю, а как вы оказались? Баптистов-то? Ну, я не верю. А потому что у них нет 500 часов. Да, нету. Поэтому вы и говорите. Не поэтому, да, не поэтому. Он не сразу стал, я поясняю, что я в храме был. И вот начинают, ну что говорить, я не понимаю. А я стою, он спрашивает, а вот этот Иван еще долго будет кричать? Я говорю, не Иван, а слово Евангелия. Он не знает. А ему нужно купить песочек для матери на гроб посыпать. Это кто мы такие? Семен Столпник. Один из самых известных таких. Из дружбы с патриархом. Патриарх так его любит, а он простолюдин. Как его руку положить? Написано так. Он не слазит оттуда. Там он издалека руки проднял. Я тебя руку полагаю. И так вот стал. Но, во-первых, это не канонично. А любовь между... Я теперь сверху. Сема Семен благословляет патриарха. Он умер. Ну что с него взять-то? И он решил несколько волос от бороды взять. Почему об этом не пишут? Раздался гром, и рука отсохла у патриарха. Рука у патриарха за волосинки, а вы режете, как Андрей Кураев говорит, Игнатий, ничего не сказал нового, он просто поднял пласты нами забытые. Нанотехнологии в каждом доме, чтобы все мощи были. А святые давали, за что врезали? Ни одного за 20 столетий, ни одного. А которые наказывали, не трожьте меня, и видят, что они ошалелые монахи-то. Они уходили, прятались, умирали, как Антоний, там, Илларион, их нигде нету. И никто не мог найти, как мощи Моисея. Их нету. Они где-то замуровались, видимо, умерли, и все. Вот это придумали, а то у дикарей есть такой, я его печень съем сердце, его храбрость перейдет в меня. Это очень близко, это некрофилия. А как? Я конкретно говорю, отовсюду собрать мощи, чтобы никто не утаил патриархов, лучшим хором, с кадилами, все. И в самом почетном месте, может быть, под алтарем в храме Христа Спасителя захоронить. Прах ты и в прах возвратишься. Не выдумывайте. А Иоанн Дамаскин сказал, он ответит за себя. Канонизированный Серафим Чичагов, канонизированный, он митрополит, ушел на покой, его принесли и расстреляли чекисты. И он говорит, общую исповедь кто делал? Иоанн Кронштадтский. Но если святые видят, что здесь делает и что с этой, как он теперь скорбит на небе, какой он соблазн дал. И это не где-то написано, не где-то, а в 8-м томе настольной книги «Священнослужители». Мы должны прислушаться к здравым словам. Я сегодня напоминал. Причастия много, причащались. Почему нигде в церкви не говорится житие Макария Александрийского? Он был очень любознательный. Ему Бог открыл, причащаются. Священник выходит с чаши, и вдруг туман исчезло. Стоят черные эфиопы, и уголь толкают в рот. Ну кто может сказать, что уголь сегодня съел? Тех, которых Лев Толстой называет черти. Никто. Но он видел это. Он видел, все так написано, за 19 января житие, за январь месяц. Дмитрий Ростовский, откуда он брал это? Значит, это сохранилось в прологах там каких-то, ну и других, там, щити меня писали тогда. Если мы желаем спасения, только один вопрос, что мне делать, чтобы спастись? Ответ был один, покайтесь. Покайтесь. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, крестит, погрузится и получит дар Святого Духа. Начало есть. Друг по-другому как звучит? Отвергни себя, возьми крест, следуй за мной. Отвергни себя, сначала напиши, кто ты есть. Я вот такой-то, ложусь во столько-то, ем то-то, одеваюсь так-то. Такие слова, такие друзья. Из чего ты состоишь, чтобы люди, смотря это, они поняли, это, ну, раньше фотографий не было. У Пушкина описывается, как когда искали Лжедмитрий это. Он такой-то, бородавка, там-то у него. Мы тоже описаны, не по фотографии. И перед нами всегда образ Божий. И когда апостол Павел говорит о себе, он показывает, я день и ночь учил вас со слезами. 3,5 года. Кто молится о пастве со слезами? Смех. Вот Пархоменко там такой есть священник, выходит Константин, кощунник. Он Ветхий Завет вообще не признает. Он все разрешает. И его не трогает, никто его не... Только за одну проповедь его нужно анафеме предавать. Он абсолютно все рушит. Я даже не поверил. И не трогает его, не трогает. Кто-то умышленно разрушает православие. Прямо поднимается против сказанного
в Слове Божьем. И особенно на семейную жизнь. Вот мое слово сегодня, чтобы помолились, и слова эти не были где-то в стороне. Господь найдет. Вот думаете, почему? Вот спрашивают, вот 10 человек возьмем, выходит из православного храма, из баптистского молитвенного дома. Кто более нравственно живет? Я их хорошо знаю. Я у них не сотни, а тысячи собраний посетил у сектантов. Их даже сравнивать не приходится. Какая чистая у них жизнь. Какие браки. Аборты они не знают. Вот приехали к нам, у двоих только по 18 детей. Ну, где 18-то детей-то? Это только... То у православных я даже не знаю. У нас у матери было 12, а это 18. Как они любят друг друга, как проповедуют, как идут с ошибками, неправильно. А почему они очищены живут? Написано, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал. Слово очищает. У нас его нету. Мы уже на выходе, священник кричит. Не забывайте, свечи покупайте. Зачем? А сейчас там крестный ход будет. И нигде на улице не берите, там восковые, у него это мерзость. Берите деньги. А тут приносили прямо с пасеки и запретили брать. Ну, знаете, этот Сергей, который Бурин был, отец его, протоиерей, благочинный Красноярского края, отец Александр. Он такую свечу принес, восковую, поставил. Смотрит, она уже лежит на боку. Он ничего не понял, он подошел опять, зажег от этой свечи, опять поставил. Пока вернулся, смотрит, опять свечи нет, она лежит. Тогда он встал рядом, смотрит, которая в черном одетая, служанка. Когда подходит, он стопает за руку, ты что делаешь? Она, батюшка, сказала, ну их где-то видно, зеленые, красные, там разные цвета они делают. И вот столько не догорает, они их в мешок переплавляют. У нас никто не ходит, свечи чисто восковые. Сколько надо, батюшка или чтец поставит. Они никакого правила не могут выполнить. Почему? Деньги заслонили все. За деньги, крещение, все таинства. Патриарх Алексей все это назвал симонией. Не прислоняйтесь к этому. Вот у нас это то, что сегодня вот так было. Обычно начинается чтение вот Нового Завета. Это впервые за существование церкви полное толкование. Вместе с откровением вышел первый, вот это второй том, третий, 852 страницы. Это наше издание. И разное под цвет нашего флага. Я вам это дарю. Спасибо. Да, это видели как раз в библиотеке у там патриарха, у патриарха, это Тихон, дай-ка, для слова Божия нету. Вот оно где. И вот это вот, она пошли за них документов. Тоже вам подарок. А истинного православия еще дал вам. Эта книга является ключом ко всем книгам, чтобы понять. Здесь все документировано, взято, я показывал себе кавычки. Если житие святых, мы ровно 10 житий святых должны узнать, а их 1173, я должен знать, в каком житии, в каком месте это взять. Они никогда не ответят так. Почему? Вот здесь у них и гордость, и прелесть, которые они пугают. А мне некогда об этом думать. Потом приходит выкупить не на что, опять молюсь, Бог дает, у меня наконец стоп, все остановилось. Вы своими глазами это видели. Видели этих людей. Чтобы у них люди были, ну, не просто как-то. Они это никогда не сделают. Вот два вагона или две гостиницы. Вы вчера были в гостинице. Ну, 58 секунд ваш ролик есть. И, ой, какой шикарный дали мне тут люкс. Барнауле. Вот это гостиница. Ваши слова? А если бы вам показали, где-то там бомжи вырыли ямку и в ямке там... Вы бы туда пошли ночевать или в эту, где были? Гостиницу пошел. Пошел. Так вот это так и здесь. В одной общине порядок, все соблюдает. Чистенько, посмотри. Как американские тогда приехали, у нас тут были с директором библейского сибирского общества. Какие у вас женщины красивые. Я говорю, платки красивые, оденьте, вас такие будут. А они тут заранее уже знали. Как сомнительный это... комплимент. Да. Вот этот Георгий Кощенков приехали тут от него, в Москве, который. И на улице тут говорят, у вас переоделись, там брюки сменили. И так их много. Каждый раз 450 человек крестят. А у нас 4 человека, да, эти издали. А почему? Узкий тернистый путь. И немногие находят его. И даже те, которые вот так все примут, еще сколько людей уйдет. А почему? А рядом параллельная структура, где говорят, не надо ничего этого делать. Эта власть создала для себя структуру патриархии, я написал об этом, для чего разводить заразу коммунизма по всему миру. У нас гонений нет. В мировой практике не было, чтобы от мучеников, исповедников отказались. Я исповедник.
И это отец Владимир говорит, исповедник, дальше только мученик, дальше уже никого нету. Это самая высшая степень. И меня Господь наградил правом ходатайствовать за отступивших. Я должен сказать, вы не знаете, как было трудно ему, что с ним получилось. Я сам испытал в тюрьме, когда меня выкручивали, накачивали, у меня вот такое тело все раздувалось. Я могу ходатайствовать об отпадших. Какая льгота дается. Почему? То, что претерпел. А у них многие могут сделать? Вряд ли. А что это такое? Божий дар, особая благодать. Батюшка как-то сказал, здесь хорошо, что брата моего посадили, иначе молиться негде было бы. И когда в этот дом-то полуигрыш мне уже достался, вот тут мы начали формировать уже. Да посиди ты, что, как все. По милости Божией можем сказать. Спокойно будь терпеливый. Ни один архиерей нас не осудил. Был Максим, съездил в Потеряевку, в конце. Его сильно в Потеряевку уже прижал. А у Никихи наш там, видимо, капнул еще и говорит, давно бы было по-другому, если бы вел себя епископ. Он батюшке говорит, я готов на вертолете. А батюшка говорит, садиться негде у нас сейчас, со гроба. Так он летом уже приехал, перед тем, как его отсюда убрать. И пустили молву, его убрали за то, что он с Лапкиным встретился. Так что смотрите, то, что вы были здесь, независимо ни от чего, они будут знать, что у вас уже что-то делается там, сегодня написали. Так что к другому статусу придется вам готовиться. Или вы в стане таких людей, которые претерпевают что-то, или это все внешнее, которые мирские люди. Вы их выведите на нее, скажите, вы сказали такое-то вертухай. Доказательства. В какое время, где, в каком лагере? Все кончилось. Вот сели у нас по Теряевке. Одна сидит здесь, ее, взять ее. Ну, вас прям задело какая-то. Еще бы как. Еще задело. Речь идет, что не просто обо мне, речь идет о человеке. Вы вам 9 тысяч забанили. Да. Советую вам это проверить своих клиентов. А я спокойнее отношусь к критике. Потому что это не ваше. Чего не мое? Если за вами было бы дело, люди во всем мире, которые обращаются, и которые могут повредиться. А тут два варианта. Молчит, значит, правду сказали. А если сказал не так, ох, ах, ай, другой. То есть никак. Я молюсь и иногда не говорю, а иногда говорю. Почему? Потому что вы здесь. И сегодня такое обвинение. Ну, и вот у нас потеряевки. Сидят они трое, выпивают. Потеряются, они все съедут. И один говорит, а что вы, знаете, прорабом был? Он только полтора дня был. А тут же сидит, выпивает и мой брат. И он мне говорит, я говорю, как полтора? Я закончил техникум в феврале, а тогда было, направляли куда работать. Нельзя было, а это год там 59-й даже. Я не властен собой. Проверили, ну, вся семья наша пролетарского происхождения, и меня сразу взяли в органы МВД. И направили в строгорежимный лагерь Плишкина Иркутской области. От меня зависело? Никак. Теперь мой возраст... поэтому сказал вертухать, наверное? Ну, не знаю. Я просто знаю, что ложь. Ложь с рогами. А теперь наши сидят там. Я из Барнаула попросил привезти мою трудовую книжку. Там написано, а в армию призван там в октябре. Посчитали 7,5 месяцев. От меня тоже не зависит. Пришла повестка, собирайся, друг. Какая моя вина, когда закончил я, ну, из всех двух выпусков только 4 прорабом были, а остальные все мастерами. И то, что сделали вот так, это тоже никак, что меня взяли в армию. И оказалась ложь, и теперь этой ложью подтыкает того человека. Ты солгал в одном, зачем? Ты же знал это. И поэтому верить ему уже никто не будет. Если вы будете безразличны ко лжи, которые будут здесь говорить, не знаю, выдержите вы это или нет, потому что потворствование лжецам делает человека подобным ему. Птицы слетаются к подобным себе, Серахов говорит. А к вам, чтобы этого не было. Вот к они пришли они. Пожалуйста. Хитрые вы. Да, штрафбат. Вы видели фильм такой? И там один какой-то. И на него на грузина заругался. Да я мать твою. Он за грудки. Мою мать, а ты знаешь ее? Ну и штрафбат попал. Они буквально понимают, что он с матерью что-то там сделал где-то. А нам хоть что говорит на Христа, мы промолчим. А у мусульман не так. Во Франции, когда они там начали опять Мухаммада рисовать-то. И все, охранникам застрелили, и уничтожили, все как было. Не призываю ни к чему, но надо думать. Если мы позволяем безумцам хулить что-то, ну, как бы нам не оказаться там. Постепенно эта ржа проникнет в людей и в тебя. Так, что хотите сказать еще, пожалуйста? Но вы меня поругали, я это понялся. Не ругал. Не ругал. Но поучили. Наставлял. Понаставляли.
Вы, это, зачем мне это нужно, это вопрос. Зачем мне нужно, когда вы приехали, все у нас хорошо. Зачем я это все говорю вам? Зачем нам это все говорить? Да вы мне не безразличны. Это первое. Второе. Передо мной суд Божий. Когда Хрущева стали упрекать, он говорит, мне лгать нельзя. Я, говорит, уже на грани стою. Уходите из этого мира. Чего ради буду лгать? Я забочусь, чтобы вы были другим. То, что ходили где-то, попросить прощения в этом причащении и прочее, вы совершенно не готовы. А знаете, вы пришли в нужное место. Игнатий Тихонович, вот это вот сказал Кураев. Знаете, что сказал? Да. Его когда спросили, Андрей, вот как вы стали православным? Он сказал, знаете, потому что рядом православных не было. А были бы, я бы точно не стал. Не было тех, которых он видел. Которых видел. Нет, вот я это к чему говорю. Потому что по-разному люди реагируют. И вот вы говорите, мне надо вот так, так и так делать. Вы авторитетный человек. Но вместе с вами каждый говорит мне, как мне жить. Вот эти Библии смотрите. И все вот. Остальные отпадут. И каждый толкует по-своему. Что толкует? Ту же Библию. Нет, это, они вообще не поминают ни разу. Ни один из ваших хвастовителей. Но вы же не знаете, что мне в личку пишут. Может быть. Поэтому я и говорю, что я в начале пути. И, наверное, то, что мы встретились с вами, это тоже судьбоносно. Так же, как и с отцом Владимиром. Так же, как и с Ткачевым. Да? Но в одну секунду люди не меняются. Да и желание их поменять, обломав об колено, даже с самыми благими намерениями, ни к чему хорошему не приведет. Как говорил профессор-то у Булгакова тоже, лаской, только лаской. Да, лаской. И тут же переделали обратно в собаку. Переделали обратно в собаку, да. Профессор Преображенский, Филипп Филипповичный. Да дело-то еще вот в чем. Что внезапно, как Валан говорит, она внезапно смерть-то. Да, берет, голову-то отрежет, а потеряешь. Да что ж вы все пугаете всех вот этой смертью, смертью. Вот смотрите, да, вы несете Слово Божье. Потом вы взяли и сказали, что мои подписчики, их там уже там 45 тысяч, это пыль. 45 тысяч человек вас услышали и сказали, да ну этого Лапкина он нас пылью обозвал. Ну думать-то тоже надо иногда, чем говорить. Я не всех, я сказал, те, которые в Библию не смотрят и говорят то, что... Ну они меня всех хвалят почти. Но я к этому спокойно отношусь, я уже переболел давно звездной болезнью. Ну, и если люди получают какое-то утешение, хорошее настроение, а не только чувство вины и того, что им нужно тут же пасть и разбить лоб в поклонах. Разве это плохо? Ну, сейчас закончусь, я это скажу. Вы вот никогда не отвечаете прямо на я вопрос. Я отвечаю прямо. Только через печку Библии, вот так. В этом заключается. Я прибыл в больницу, вот он меня врач. Библия лукавства. А вы попробуйте тоже. И в это время пришел профессор один. Профессор меня в коридоре видел. А вы знаете, что Антоний Сурочевский, который вот Игнатий Тихонович говорит, блюм-блюм, да? Он говорит, что приводит цитаты из Деяний апостолов, что личный опыт убедителен в проповеди. Когда ты ссылаешься постоянно на какие-то цитаты, что вот и эти люди так говорили, это не всегда убедительно, потому что мы, конечно, знаем, что есть разные люди, которые говорили так. А личный опыт, который ты пережил, а у вас его очень много, это действительно тогда факт. Поэтому цитировать Библию можете и вы, и кто угодно. При наличии интернета быть чуть-чуть в материале можно через полчаса. Нет, вы не знаете, а пережить стать. Это личным опытом, это другой вопрос. Наше дело на этой земле не убеждать вас. А свидетельствовать. А свидетельствовать о Христе, который дал нам Евангелие. Все. Вы что-то другое имеете из истории? Так, Игорь, я расскажу. Вот. И профессор подошел у меня в коридоре, а я на операцию готовлюсь. Это вы, Лапкин, я давно хотел с вами встретиться. Я не знаю, что он хотел. Задает вопрос, и один вопрос. Так скажите, вы своими словами можете сказать? Что-то с цитатиком, как Мао Цзэдун. Угу. Я говорю, а я вас давно уже узнал. Как вы узнали? Так вы в раю еще подходили к Адаму с Евой. Что сказать, сделай по-своему, ничего с тобой не будет. Ну смотрите, вот критику вы не отвечаете, да? Вы просто его отвечаю. Заклеймили сразу. Я отвечаю, подождите. Да, вы на предложение меня прерываете, понимаете? Я третий раз уже. Но я вас не прерывал, прошло 52 минуты. Могу я наконец что-то сказать? Я говорю, скажите, что когда я начну говорить, говорите 52 минуты. 52 минуты? Да.
прошло. Пожалуйста, давайте. Давайте поедим. Так, сейчас. Смотрите, я когда ему это сказал, я говорю, вам желательно меня через ограду Священного Писания выбросить, а теперь я буду ваш. Я говорю, это не получится. Он потерял всякий интерес. А написано, лучше божественная мудрость, чем самобытная глупость. О, слова какие. Но есть скажу, и другие слова. Лучше есть праведное неверие, да, чем неправедная вера. А такого нет. Есть, я вам покажу. Назовите автора, где? В Библии покажу. Нету такого. Не в Библии, я покажу вам. Это нет, ни у святых, ни у кого этого нет. Написано, что самая малая ложь убивает все. Всякая неправда есть грех, участь лжецов полтереогненным. А что вы пугаете? В раю человек еще не согрешал. И Господь сразу подвел его и сказал... Если вкусишь, смертью умрешь. И за этот плод уже умерло больше 100 миллиардов человек. Вот и весь ответ. Почему? Жену послушал. А жена? А змей виноват. А змей уже принял без допроса. Он знает, что там было на небе. Поэтому сказанное в Слове Божьем, это будет то, что сделается нашим пропуском. Поэтому у нас везде места Священного Писания. Евреи написали, чтобы у них хранилище хранили здесь на лбу, на косяках, на дверях. Я видел, как один мусульманин исповедовал своих, подходит, ему говорят, шейх какой-то, старенький. Ну вот у нас вот это вот, он говорит, читайте Коран, благословил. Он не может грехи отпускать. Следующий подходит, у них беда с домом там, будет дом, все, только читайте Коран. И тем не более мы должны сказать Словом Божиим. Написано, да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся мне день и ночь, дабы в точности исполнить. Иисуса Навина 1.8. А Тимофея, 1 послание 4.16, он говорит, вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно. И вот так поступай, спасешь себя и слушающих тебя. Все остальное пройдет мимо. И в себя, и в Слово Божие. Я 56 лет просидел в ног Христа, как Мария. И поэтому, делясь с вами, я ваши слова всерьез не воспринимаю. Говорит, он хотел, знаете, тронуть, расшевелить, что вы показал как. Я вас знаю больше, чем те люди. И благодарю за все, что вы говорили и есть. Мы вам советуем, пока есть свет в наших глазах. А когда Господь отнимет, и написано, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И первая церковь была в уважении у неверующих людей, а сегодня она в презрении. И кто ее сделал? Андрей Кураев, когда говорит, а Игнатий меня по всем почкам пронес. Я запустил у меня все книги в два файла. Я его трогал, произносил в Кураев 120 раз, и только два раза положительно. И несмотря на это, он такой дал обо мне отзыв. Вот нам пример. Такой же вот Кирилл Сахаров. Я его как-то написал, игумен на Берселевке, около храма Христа Спасителя. Я пишу ему, отец Кирилл, ты или ты сам все бы думаешь, или масоны тебя наняли. На этом крыжовником засохшем поле раскрутил. В колючках сидит народ-то. И он все себя это напечатал. Когда я книгу вот эту издавал, вот, я когда дело было закрыто уже там, я вернулся. А закон гласит, политическим заключенным предоставить дело их. И я оттуда выписал все, говорю, зачем вот это-то написали, которые против вас. Я очень уважаю своих слушателей. И все самое отрицательное здесь написал, как они обо мне отзывались. Во сколько у вас самолет-то? Вечером. Так, собирайтесь. Вечером? Давайте человека покормим, у него да диабет, все, же говорят. Ничего себе, кто сейчас упадет. Да и я тоже хочу поесть. Все, Игнатий, давайте, у нас тут еще занятие полтора часа. Залог 118-117. Как будто последний раз живем. Ненавижу, а закон то люблю. Все, давайте быстренько на стол. Там лапша у меня с рыбой, быстрее несите ее сюда. Кто про чё? Добно про покушать. Сумочка чья кожаная, тяжелая, как будто там кирпичей. Да. Куда я? Да. Сейчас довернем. Лучше пакет. Сейчас мы сделаем. Смотрите, не потеряйте дорогу, не оставьте в самолете. Сережа, освободи место. Хватит, закрывай. Все закончилось уже.